Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да. Сейчас я встану. Сейчас отдаем, я встану. Хай, бро! Да? Кто? Спасибо. О, смотри. О, вот это вот уже другое дело. Хай! Здравствуйте, товарищ президент. Давно вас не было. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи. Как у вас дела? Здравствуйте. Прекрасно, мы закончили вашу резиденцию. О-о-о. Обновили, значит, вывеску. В первую очередь, если президент будет себя комфортно чувствовать в нашем поселении, да, так сказать, тогда и все остальные будут себя чувствовать лучше. Потому что главное то, как живет и чувствует себя президент. Остальное так вот он подождет, понятно? Все, спасибо. Все верно. Вот. Поэтому предлагаю картинную галерею посмотреть, которую мы вам там устроили. Пожалуйста, вот, с удовольствием. Здравствуйте, Абуба. Я вот, я на самом деле начинающий художник, и это вот одни из моих первых работ. Да. Вот как ваша маленькая оценочка? Вот, скажется. Вот сейчас, как вам картина с моей женой, вот, передо мной стоит сейчас? Сейчас я посмотрю, это самое, ну, так сказать, раскину взор, внимательно осмотрюсь и обязательно от 1 до 10 поставлю оценки каждой вашей работе. Спасибо. По 10-бальной шкале, да? От 1 до 10%. Сейчас, пожалуйста. Прекрасно. Так, ну вот первая картина. Здесь это, ну, даже не картина, это фотография, когда я на истребителе летал с 228 еще, мотострелковая. Отдельно механизирован взвод ВДВ. Это я проявлял активные боевые действия во Вьетконге, когда с гуками воевал, да. Помню, война, сука, была, война, блядь, взрывы, гранаты, пушки. Просто вот, бух, знаете, бух, как я вдохновился на идею этой картины. Да. Мой дедушка, он тоже воевал, и я очень вдохновлен, на самом деле, вашими подвигами военными. Царство небесное. Царство небесное, земля пуха. Вот поэтому я такой назвал. Как вам трехзначный номер ваш на лбу? Ну, если это, ну, это ж мой отряд, 228 мотострелков. Ну, я долго шрифт подбирал, как вам он подходит, к лицу идет? Ну, к моему лицу все, в принципе, идет. Да. Я дико извиняюсь, но под лицу все к лицу. Я дико извиняюсь, вот, если в мое лицо прилетит кирпич, оно хуже не станет, сразу скажу. Да. Циферки очень подчеркивают ваш носик. Все, спасибо большое. По 10-бальной шкале? 10 балл, 100% 10 балл. Вы меня просто... Вы просто мне льстите, но спасибо большое. Спасибо, спасибо. Так, здесь вижу, что я... Моя жена. Здесь ЦП, 100% цепушка. То есть, да? Никакого. ЦП. Я дико извиняюсь, товарищ президент, но... Ну, я опешил от такой оценки, но ладно, я слушаю дальше. Ну, в целом, я такое одобряю целиком и полностью, но осуждаю вдвойне. То есть, в целом, это неплохо, если бы был бы черный экран. Но как? В данном случае я осуждаю, да. А как жену мою оцените? Ну, как я ее оценивать могу? То есть, ну, в целом, проститутка были. Ну, но она померла недавно, к сожалению. Ничего страшного, от сифилиса, похуй. Бывает, да. Так, ну вот это вот третья фотогалерея, да, сука? Вот ну, это мы с тобой. А, здесь, Саша, знаешь, можно было не говорить, да, вот то, что ты сейчас сказал, то, что я там с тобой. Знаешь, это видно, что там, кто там нарисован, да, в целом, но, как бы, знаешь, с одной стороны, да, но с другой стороны, я, блядь, рядом с убийцей енотов. Я не убийца енотов. Я как президент, что будут люди думать, которые будут приходить голосовать, да, за меня, увидев это фото, что я сфоткался с убийцей енотов, боже. Я его не убивал, блядь. Ну, я, вообще-то, я извиняюсь, но я, это не фотография, это, ну, ручная работа. Мой кисть и моя палитра, на холсте все. Ну, это тут оценка будет от 1 до 10, 5. Ну, дальше моя фотка настоящая, чего тут. Обычная фотка, картина. Меня сфоткали. Нет, это фотография. Картина. Это фотография, это меня ну, сфоткали. Посмотрите, справа мой автограф, это кисть моя рисовала. Ну, так это моя фотка, с фотки срисовал. Это ты меня сфоткал. Да, это меня просто сфоткали, это я что-то какал или что делал, да. Это я, ну, да.
Это 100%, да, моя фотка. Я здесь красивый, как никогда, неотразимый, красив, прекрасен, опасен, сильный. Это, ну, тут, а, это, ну, это самое, ну, хуйта, блядь, вот это вот. Тут простите, я, тут простите. Я, тут я какое-то чучело. Отлупите меня за эту ужасную работу, просто прямо сейчас убейте меня. Да нет, не надо. Ты знаешь, все, художник, творец, он вправе ошибаться. Ничего страшного. Вы очень милостливый, сударь, спасибо. Ну, в целом, в принципе, ничего, нормально. Вот фото мне нравится, вот это вот, смотри. Видишь, какой рады? Улыбка такая. Да, потому что, знаете, почему я здесь улыбаюсь? Знаете, почему? Почему же? Потому что это, во-первых, фотка президента. Почему президент улыбается на фотке? Потому что он наебал. Понимаете, о чем я? Понимаю, понимаю. Вот как можно не улыбаться? Я этим и вдохновлялся. Ваша лучезарная улыбка просто заставляет меня жить. Красиво очень, красиво. Ля, секретарша. Ля какая. А вон на той стеночке будем оценивать? Сейчас я посмотрю, что это тут у нас тут. Как нас зовут, так сказать, принцессу? Здравствуйте. Это Виктор. А, как? Виктор, здравствуйте. А-та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 . Да? Ага. Тут как старался, бы... я тут старался, честно скажу. Ты ждешь оценку от 1 до 10? Ну, было бы интересно узнать. Давай не будем в данном случае ничего комментировать. Само все за себя говорит, правильно? И так все знают. Вот. Совершенно верно. Самый лучший человек, так сказать, самый уважаемый человек на всем после вас планете. Ну, не надо. Настолько тогда уважаемые, что в чате пишут ноль. Да, да, конечно. Так, это у нас что, охота, по-моему, да? Охота. Крепкая? Не-не, это на фотка, ну, картина с охоты. А если... Да-да, это убийца енотов рядом. Видишь, у него там труп енота сзади. Да, да, это как раз фотка сделана в момент, когда он енота. Привет. Отожми микрофон. Здорово. Обаятельный мужчина. О боже, какой голос приятный. Спасибо. Я очень рад нашему знакомству, нашей встрече. Меня Валера зовут. Hi, bro. Вы уж меня простите, конечно. А нет ли у вас, скажем, 5 минуток для того, чтобы провести со мной время? А? Да, я только за, можно. Моя ты родненькая, моё ты солнышко. Ну хорошо, малыш, сейчас я посмотрю картины художника нашего. Можно я озвучу вот картину, которая предстоит вашему взору сейчас? Какая? Это купание красного енота. Оценивайте. Вот это? Да-да, совершенно верно. Завораживает, не правда ли? Вот это, да, которая? Да-да-да-да-да. Купание красного енота, это она. А где тут енот? Товарищ президент, вы меня обижаете. Ну вот он. А где? Вот. Покажите, где. Прямо перед вами. Как тебя пиздануть так, чтобы ты, блядь, посыпался, а? За что? Ты тут где енота видишь? Бери нахуй всю эту картину ебаную. Все. Вот накажите меня прямо сейчас. Просто я не заслуживаю жизни в этом бренном мире. Скотина. А? Иди-ка, извини. Вот это что? Следующее? Вот это, блядь, что? Мне хотелось, чтобы вас в другом образе представить. Так это я, когда отдыхал в этом самом,
вот это вот лето, как оно, это самое, ну, там где, на, помнишь, когда я ехал? Конечное? На автобусе. Конечное? Да, да, конечное лето, вот, да, да. Или конченное? Конечное. А, совёнок, да, 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 да. Да, да, совёнок, лайер, брат. Я просто не могу говорить, просто вот вы оскорбили меня, и у меня яички трясутся. Ничего страшного, значит. Я помню это время. Я там ЦПшку поймал. Да? Осуждаю. Так, ну это меня встречали после, то самое, после Вьетнама. Это когда... А вам интересно название? Да. Дембел. Как Дембел? Дембел. А, дембель? Да нет, тут не дембель, это я уже давно бывалый армеец, то есть, было дело, было. Поймите меня правильно, война это вам не шутки. Да. Товарищ президент, я очень почтен, что данная моя работа, она вот, просто вот всполыхнула все ваши чувства. Это большая оценка для моего скромного творчества, спасибо большое. Но, если вы устремите свой взор, вот видите БТРчик, и там вот махонький-махонький ваш товарищ боевой, вот ник, видите, махонький-махонький такой. Вот розовенький лежит, видите, вон, в левом углу, махонький такой. Ну, все, что осталось от него, короче, видите? Ты что, депчик? Я не вижу. Ну, не видите? Не. Ну, тогда это просто останется... Ну, как есть. Вот это что? Товарищ генерал, по вашему приказу прибыл. Так точно, понял, прибыл. К какому приказу? Понял, прибыл. Был приказ явиться. Представьтесь. Подполковник Вознесенский. Ясно, я понял. То есть вы подполковник, да? Полкан ебаный. Правильно понимаю? С армии, товарищ генерал. А я понял. Армия построена и готова к проверке. Понял, принял, понял, принял. Все хорошо, значит, понял. Пост дал, пост принял. Упор лежа принять. Упор лежа принять. Есть. Раз, два. Пошел. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12. Товарищ генерал, руки потеют. Ничего страшного, блядь, ты воин, ты мужчина. Пойми меня правильно. Давай еще 5 раз и хватит. Раз. Раз с половиной. Раз с четвертью. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз, раз. Позорище, блядь. Отбой! Ой, блядь, отстой! В смысле, смирно! Есть. Понял, бредел. Ну и, товарищ президент, последняя картина, в общем. Слышали ли вы о Лил Пумп? Как? Товарищ генерал... Лил... Пожалуйста, у меня тут проверка по их работе, вы перебиваете, товарищ полковник. Лил Пумп. Это дело всей моей жизни! Лил Пумп. А, я понял, Лил Пумп. Ну, я понял, да. Это я, получается, МС Лил Пумп. Да, очень, очень большой поклонник вашего творчества. А, Лил Пумп, хороший, кстати, я вчера его видел. Это, по-моему, сводный брат Джордж Флойда. Ну, товарищ президент, вот скромная оценка моему скромному творчеству в целом. Целиком и полностью, я как президент действующий и бездействующий, да, так сказать, уполномоченный, после высох и прошелся, значит, хочу сказать следующее. Действительно, молодец, молодец. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам большое за старание. Спасибо вам, нет, спасибо. Спасибо, Егорка, спасибо. Нет, вам спасибо, вам спасибо. Вы знаете, вот у меня был знакомый, да, тоже Егор звали. Так. Нет, хорошая жизнь, я все прекрасно понимаю. Егорка, запорка, то есть запор ебаный. Это остро, как всегда, вы в своем духе. Я президент, поймите меня правильно, президент всегда прав.